И снова всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Снова на ваших экранах обжор, дорогие друзья, а сегодня не простой обжор, сегодня обжор домашней еды. Вот такой вот супчик, посмотрите, как это все выглядит. Вот такой вот замечательный супчик, вот такие бутербродики у нас есть, рассольник. И еще горчица, майонез и кетчуп, чтобы добавлять вот сюда, знаете, наши бутербродики замечательные, а также соленые огурчики, дорогие друзья. Чаек и булочка, ватрушка с картофельным пюре такая. Ну что ж, я желаю приятного аппетита всем, кто кушает. И мы начнем наш сегодняшний обжорчик. Такой рассольник. Давайте добавим на наши бутерброды майонез. Майонез. Кетчуп. И горчичку. Чуть-чуть вот так вот добавим горчички. И приступим. Вот такой обычный повседневный обед, дорогие друзья. Может, кто-то думает, что я каждый день ем фастфуд, там всякие булки, KFC, Макдональдсы. Но вот такой обычный домашний супчик у меня бывает каждый день. Щи-борщи, как говорится, а сегодня у нас рассольник. И огурчики соленые. Вот такие. Еще бутерброд с колбаской. Вот такая вот колбаска. Папа может. Мясная. Колбаса вареная. Очень вкусно. Давайте добавим еще майонеза, чтобы не сухо было. И огурчик. Сегодня, дорогие друзья, на канале Домашний Хавчик, только это никакая не реклама, вышло видео про фастфуд из KFC. А я решил вот домашнюю еду показать вам.
тоже чувак Александр, очень классное видео снимает, обжорчики. Очень аппетитно. Запить рассольчиком это. И, собственно, приступим к завершению нашего обеда. Запьем сегодня чай. Как обычно, я всегда пью чай. Мне кажется, что чай – это завершение любой еды, дорогие друзья. Как считаете вы? Ответьте в комментариях. Но утром я пью кофеек. Кофеек. Уж. Давайте.
таком вот чайничке. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой сегодня у нас был обжорчик. Обжорчик не простой, как обычно, а обжорчик домашней еды. У нас был сегодня суп рассольник, огурчики соленые, бутерброды и чаек канди, дорогие друзья, на нашей сегодняшней кухне. Если вам понравился такой формат, то пишите в комментариях, снимать ли еще вот такие видео с домашней едой, с домашней кухней. Но домашнюю кухню вы можете посмотреть на канале «Домашний хавчик». Мне очень нравится. Александр делает во! Офигенно. Ну, с вами я попрощаюсь и скажу вам лишь до свидания. Вернее, не попрощаюсь, а скажу до свидания. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, дорогие друзья, и тогда каждое мое видео будет первым в вашем мониторе или экране смартфона. До новых встреч, дорогие друзья, ставьте большие пальцы вверх, комментируйте, любой ваш комментарий продвигает это видео вверх, в топчик выводит, дорогие друзья. Увидимся, до новых встреч, пока-пока.